Однажды я попал в просак. Я встретил смерть и улыбался. Ведь я десантник ВДВ, я со смертью на «ты». Ветераны ВДВ встречаются на территории прихода Сергия Радонежского сразу после праздничного богослужения. Они устраивают для всех своих гостей настоящий мастер-класс по управлению парашютом. Он хранится в музее боевого братства и сегодня впервые используется как обучающий реквизит. Ветераны подробно объясняют, как правильно развернуть боевой парашют и умело демонстрируют его возможности. Сейчас в городе Чистополе мы делаем такую традицию, что изначально все начинается с богослужения, чтобы народ не где-то там по фонтанам прыгал и бегал, а именно все началось, чтобы с молитвы, чтобы люди проводили этот праздник как положено, вспоминали, как собирать парашют, вспоминали, как все-таки собирать и разбирать автомат Калашникова. То есть это праздник переходит такой культурный для того, чтобы дети уже подрастающего поколения видели и тоже перенимали этот опыт, становились уже подрастающими десантниками, тоже молодыми. Ну, это же встреча, естественно, с друзьями, с единомышленниками своими. Есть о чем поговорить, встретились. Каждый год встречаемся, делимся чем-то новым, у кого что произошло. Боевое братство – это не просто слова, это, это душа. Очень ценный праздник для нас, где и молодежь, также будучи ветераны. То есть мы все видимся, разговариваем, делимся, кто где служил, когда служил. 2 августа для меня ценнее, чем мой день рождения. Да. Среди ветеранов на встрече молодежь. Все вместе они с гордостью рассказывают о своей службе. Войска дяди Васи. Так аббревиатуру ВДВ расшифровывают сами десантники. Ведь именно генерал Василий Маргелов сделал десантные войска настоящей армейской элитой. Сергей Чичеров и другие ветераны боевых действий объясняют это просто. Потому что они в молодом человеке воспитывают силу, воспитывают дух. Морально, физически делают из него человеком, делают для его полезным для общества, для нашего государства, для нашей России. Это важно об этом говорить молодым? Это обязательно нужно говорить. Нужно особенно сейчас нынешнюю молодежь воспитывать. После мастер-класса по укладке парашюта все десантники отправляются в турне по городу. На автомобилях они объезжают микрорайоны. Традиционно все встречаются у вечного огня. У мемориала павшим героям ветераны возлагают цветы и вспоминают всех тех, кто не вернулся домой со службы. Церемония продолжается, и у памятника всем воинам-интернационалистам летят журавли.